Друзья, всем привет! Добралась я до большой комнаты, где у меня живет сын. Начинаю уборку. А с чего я начинаю? Сниму тюль, шторы. Уберу все с подоконников, цветы. Все протру. Помою батареи. Максимально вымою стекло. На улице холодно, ветер дует прямо в окна. Вот, так что я аккуратненько по возможности, иначе я точно заболею. Я как окна мою, так обязательно потом слягу. И надолго. Вот так вот. Так что аккуратно всем, кто моет окна. Ну вот, начну потихонечку с окон. Здесь тоже сниму всю шторы. Напротив света снимать. Что-то так темно получается. Ну вот стоит диван большой угловой, который занимает треть комнаты. Здесь спит сын. Сейчас я все с дивана сняла. Диван большущий. Поменяла постельное белье, пропылесосила во всех щелях, сверху вот тут вот все пропылесосила. Вот потом какая у меня задача будет, вернее, я уже это сделала, там за диваном все убрала, пропылесосила, протерла, откосы у окна, подоконник. Все, что там рука дотянулась до батареи, тоже там помыла все это. Ну, по возможности, по максимальному. Вот, все, я вот это там немножко поприбрала. Что я делаю с диваном? Хочу с вами поделиться, не знаю, вам это пригодится или нет. Как вы убираете мебель? Мебель такую, конечно, на улицу не вытащишь, чтобы ее выстукать. Вот. Что я делаю? Я пылесошу по возможности. Там тоже так же максимально, чтобы во всех щелях все было чистенько. Вот. Что пылесос возьмет, то и возьмет. Поделюсь с вами таким лайфхаком. Это так модно так называть сейчас. Я пользуюсь им с прошлого века. Да-да, с прошлого века. Вот. Раньше так это не называлось. Называлось секреты разные. Секретики хозяйки. Вот. Мебель никогда не вытаскивали, чтобы там выстукать ее на улице. Если только там перины, матрасы кто-то вытаскивал. Вот. Я нет, я делала не так. Сейчас я вам покажу, как я делала. Здесь я на диван положила кусок старого пододеяльника. Можно взять также старое какое-то полотенце вафельное. Простыня, может, какая-то есть старая. Любую тряпочку большую, хлопковую. Смочила ее в воде. Хорошо отжала. Расстелила на диване. Вот так вот. И что я буду делать? Вот таким образом я выбиваю. Пыль, которая поднимается из дивана, она оседает вся во влажной тряпке. Дома воздух остается чистый. Вот так вот. Выстукиваю. Сейчас я пройдусь. Так, я простучала все. Ну, пыли здесь не видно через камеру, да? Ну, такой вот песочек. Песочек. Он есть на ткани. Сейчас я это прополощу.
ванной. У меня большое ведро есть такое. Прополощу хорошо, отожму и снова пройдусь точно так же второй раз. Диван получается такой чистый, свеженький. Прям чувствуется под рукой приятно. В общем, вот, вот таким лайфхаком хотела с вами поделиться. Может, кому-то понадобится. Может, покажется слишком старомодный этот способ. Кому-то не нужный, а молодым людям, может, кому-то и пригодится, кто это не знает. Может, кто-то и знает, и пользуется. Дай бог. Вот. Так что в комнате всегда будет свежий воздух, чтобы пыль не летала. Ну, а дальше я все там обработаю, так как сын у меня болел. Все, я здесь обработаю сейчас. Прыскалку возьму, всю мебель, стекла, зеркала. Все-все обработаю. В общем, вот так хотела с вами, друзья, поделиться. Если кому-то понадобится, как бы воспользоваться этим лайфхаком, пользуйтесь на здоровье. Буду только рада. Вот пыль еще летает, но это надо пылесосить палас. Вот сейчас займусь паласом. Ну уж как пылесосить дорожки, ковры паласа я показывать не буду. Это уже все знают. Я снимаю только из-за того, чтобы вот показать вот этот метод очищения дивана от пыли. Потому что все пылесос не возьмет. Микрочастички все равно там какие-то остаются. Потому что есть люди аллергенные или у кого-то дети аллергенные. И также можно собирать вот кошачью, собачью шерсть. Точно так же. Очень прекрасно, хорошо помогает. Ну все, буду прощаться с вами. Всем пока-пока. До новых встреч. Это вот перчик, который скоро буду рассаживать. Вот. Вчера в поддон налила воды сюда. Все, уже выпили водичку. Вот. Это традесканция, которая была ярко-фиолетовая, густая. Вот что с ней сделалось, пока она дома висела. И надо где-то мне вот такие вот крючки искать. Вот такие вот, чтобы вешать горшки. Горшки куплены, а вот о крючках что-то я не позаботилась. Ну все, теперь уже точно с вами прощаюсь. Всем добра, всем здоровья. На улицу, пожалуйста, не выходите по возможности. Занимайтесь делами. Дел много дома, ужас как много. Вот. Вчера провалялась целый день на диване. Неохота было начинать, честно вам скажу. Но как только начала, музычку включила, радио и вперед. Так что берегите себя, своих близких. Всем пока-пока, всех люблю. Всем желаю только здоровья и добра. Вот я вам рукой машу в картине. Пока-пока.